Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам представить свой очередной продукт собственного производства. Все мои знакомые знают мое увлечение любительской охотой. Периодически я добываю диких животных и, соответственно, делаю из них домашнюю тушенку небольшими партиями для своих друзей и знакомых. Сегодня я хочу вам представить свой очередной продукт собственного производства. Это так называемая каша с мясом диких животных. Все прекрасно знают, кто служил в армии. Армейская тушенка, армейская каша с мясом. Очень вкусная, полезная и питательная. Быстрое в приготовлении и очень быстро можно ей наесться. И сегодня я вам хочу представить несколько видов каш. Это рисовая каша с мясом лося, перловая каша с мясом оленя и гречневая каша с мясом кабана. Сразу хочу сказать, что кабаны добывались в частном охотхозяйстве. Там же они проверялись на трихинеллез. Соответственно, есть заключение ветеринарного врача, что мясо не подвержено заражению. Все консервы каши делались в автоклаве при температуре 110 градусов. В течение 6 часов происходила обработка, так что никаких вредных бактерий там нет. Каши очень полезные, питательные, быстрые в приготовлении, подойдут охотникам, рыболовам, туристам, ну и просто людям, у которых нет времени приготовить обед или ужин. Пришли, открыли банку, разогрели на сковородке. Вот вам готовый питательный обед или ужин. Мясо без ГМО, очень вкусное. Всех, кого заинтересовало мое предложение, пишите в комментарии, либо под роликом я размещу свою почту. Пишите на почту. Всем пока!